Ну вот, наша основная машина. На месте Бонневиль! Это все соль, соленое озеро, наша Иришка сюда привезла. И вам хорошо в жизни. Давайте. Будьте здоровы. Ура! Ты что, ура! 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 Дима! Дима! Леш, ну чем запомнился тебе тур? Чем он тебя покорил? Ходили много. Ходили много? Природа красивая. Все здорово. Люди хорошие. А какой больше всего из ней понравился? Не знаю, все хорошие были. Не так много было. Но твои мечты сбылись, ты счастлив? Нет, ну как бы мечты нет, но ожидания от тура, конечно, может быть даже оказалось лучше, чем я ожидал. Супер. Продумано, отлично. Организовано. Классно. Твоя Инна счастлива? Инна, ты счастлива? Всегда, у нее есть шляпа. Что меня больше вдохновило? Да. Больше всего понравилось в этом туре? Компания. Серега, да, наверное? Не ожидаю.
Нет, в целом все. Ну, Серега тоже. Вообще, большое спасибо. И Ирине, и Константину, они большие молодцы. Потому что я знаю, что это не очень непросто работать с людьми. Удачи. Тоша, что тебя поразило в этом туре? Ина или Ирина? Или вторая Ирина? Это? Радость. Это твоя радость? Ирочка, ты радость Алексея? Да. А что тебя больше всего вдохновило в этом туре? Несущий паровоз, я шипящий паровоз. И то, что мы с Лешей, с Лешей вот попали в этот тур замечательный. И все это увидели. Меня поразило все, если честно, поэтапно. Сначала меня поразило вес Уиллстоун, даже не знаю, потом меня поразил Луна, кратер. Луна-мун, да. Да, давайте. Иришка, еще один тур закончился. Да, что ты скажешь? Закончился тур у нас в Уиллстоун. Ну, как всегда, красивой изюминкой на торте, ребята. Мы на озере Бонневиль. И здесь мы и закончим наш прекрасный, хороший, удивительный тур вот этим шампанским.